сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Саха-Якутия совместно с региональным управлением ФСБ России и при участии Росгвардии, а также представителей Росрыболовства, пресечена деятельность группы лиц, которые осуществляли незаконную добычу и реализацию водных биологических ресурсов. В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории двух районов республики, а также в городе Якутске изъято более 2 тонн водных биологических ресурсов, в том числе 860 килограммов рыб семейства осетровых и 174 килограмма черной икры. Предварительный ущерб, причиненный государству, превышает 117 миллионов рублей. Дознавателем МВД по республике Саха-Якутия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что на протяжении лета 2021 года ранее судимый житель города Якутска вместе с 2 сообщниками осуществлял незаконную добычу рыб в акватории реки Лена, а также ее перевозку и хранение. В ходе обысковых мероприятий запрещенные орудия лова изъяты, трое подозреваемых задержаны.